pain. Или no pain, no brain. Ты похож на Николая Второго вот теперь. Ёпта. Вот мне не нравится Николай Второй. Да. Кровавый, кстати. Я играю раз в неделю, иногда раз в месяц. Ты сюда ездишь? Или? Да. Ты же людиновский барабанщик, про которого Карлсон сказал, что он хоть и гладил пластики, но все играл. Да не все. Слушай, мы когда, ну там один чел нас познакомил в Людинове, вот, Карлсон же тоже оттуда. Да, да. Они приперли в Людиново аппарат, там, электронику, пульт, там, такой здоровый, там, 80 килограмм, который весит. И, короче, через неделю мы с ним уже записали альбом, там, с Кремля. Причем я не умел бочкой даже играть, ну, то есть, педалью, двойку. Я все играл, как это называется? Хилдаун. Пятка стоит, да? Да. Я не знал, ну, что такое техника. Я двойки не знал. В руках? По родителю там, да. А как ты мог все играть? Вот таким образом. Ян Пейса, да. Не. Я придумал технику играть. Это триоли. Это я придумал. Да? Да. Мне просто никогда никто ничего не показывал, и видео не было, интернета не было. Вот. И мне Карлсон показал парадидлы и как играть бочкой. Естественно. Карлсон тебе показал? Да, он же барабанщик. Вот. И я вместо такого удара начал делать такое. И при этом, вот как бы я учился, и в этот же день я писал уже альбом. А ты у Гурцкого играл до того или после того? Гурцкого там 2003 год. Небо на ветру дождями катит, и уже не снится мне. А как ты туда попал вообще? Сначала Свиридова. Алена? Да. Розовый фламинго. А к Алене Свиридовой ты как попал? У Карлсона был... Сейчас скажешь, Энгельберт Хамбергин. А до этого Пол Маккартни. Да. У Карлсона была группа «Братья Карамазовых», что ли. И там был Ярослав такой Упоров, такой длинный басист. Ну, короче, он свалил из Обнинска там и в московскую группу «Гуляй поле», по-моему. Потом у Лёши Глызина, вот. И он мне сказал, вот тебе телефончик, звони, там будет Эдик, есть работа. Выучил программу, там, 30 вещей, и начал на прослушивание ездить. Я ездил, наверное, ну, 5 прослушиваний, то есть каждую неделю я приезжал, меня оставляли, со мной приезжал еще человек 5, они уходили, я оставался. А потом я сломал ногу, и все. Отлично. Все закончилось. Полгода на костылях, там, в общем, дома, и был звонок, там, в общем, к Маше Распутиной, пойдешь? Пойду. Ясно одно, жить без тебя невозможно. Только тебе это понять невдомёк. Я съездил в офис к директору, на меня посмотрели, даже не стали не стали даже слушать, как я играю. А чё? Ну просто посмотрели, нормально пойдет. Внешне чисто. Да. Я был такой волосатый. Там такая среда, что как бы не играющих нет. Ты имеешь в виду богема вот это? Богема. Если кто-то тебя притащил, то значит чувак играет по-любому, а, да. Не... Ну и ты, по-моему, поехал в Америку, насколько я да. наслышан. Там через годик. И самое главное для меня в тот момент времени, это было то, что ты с Америки привез тарелки. Да. Из секонд-хенда. Слушай, целая куча у тебя была. По-моему, ни у кого здесь не было такой кучи тарелок. По-моему, и сейчас не у кого нет. Лос-Анджелес. Аллея звезд, да, где Голливуд. И вот там перекресточки есть и мотель придорожный. Вот мы там жили, нас привезли. Первым делом я, когда подъезжали, из окошка увидел магазин, блин, с какими-то там тарелками. Вот. Вещи бросил, да, в мотель и побежал.
Деньги у тебя были, соответственно. Ну, какие-то, не, там очень мало зарабатывали. Вот. Ну, там какой-то был магаз такой, комиссионка, там было все навально. Велосипеды, часы, какие-то оленьи рога, блин, тарелки валялись, еще, ну, всякая фигня. Вот. И на все, что было, я набрался там райдов, каких-то чайн. У тебя по наследству переходило две маленьких тарелочки стековых. Смотри, это же были Амати. Амати, да. По-моему, 16 и 17 дюймов. Да ладно, такие здоровые были? Да, теперь они вот такие. Но в таком варианте они уже давно живут. Мой мотылёк! Ну, это было хорошее время. Охрененная работа. Рекомендуешь? Да. Причем, ну, в последнее время я работал в двух коллективах. Угурской и Распутиной. Прям сразу, и нигде не пересекалась работа, потому что ее мало было. Я когда вижу там или видел по телеку какую-то звезду, типа там, они говорят, блин, мы такие бедные, мы так устаем. Ну, слушай, но это все равно, это не завод. Вам на заводе, да? Да, да, да. Вы попробуйте другое, да. Нет, просто охрененная работа. Ну, как бы ты барабанишь, и тебе за это платят деньги. Причем, ну, все... как бы кайфуешь, ты ездишь по всей стране, по, ну, по миру. Да, вот я бы, ну, если бы не такая работа, вряд ли побывал бы в Америке там или где-нибудь, в Грузии или еще где-нибудь. Ну, а что бы тебе не позвонить, сказать, Дианка. 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 Маленькие концерты, там, два танцора, все. Вот, а потом был 2008-2009 год. Ну, и работа закончилась у всех вообще. Вообще у всех, да? Да. Я собрал манатки и уехал домой. Вот и все. А вот оно. Потом меня дергали несколько раз еще. Куда-то ездил там, и с Машей, и с ней. Ну, и все. Где-то в 2012 году последний раз. Ну, и, в общем-то, решил, что надо ближе к земле быть. Нафиг этот шоу-бизнес. И пошел на завод. Ты тогда пошел на завод? Давай про это не будем. А ты кто по профессии? По образованию, давай. Электрик. Но я никогда не работал. Я отучился и ни одного дня. Ну, а на заводе ты кто? Проводку в дверке сую. Электрик? По профессии? Ну, видишь, ты, да. Частично. Она нашла меня. Я смотрю этот видосик и что-то, блин, думаю, вот что-то знакомое лицо. И говорит, когда он же там, ну, орел, запад. Блин, знакомый. Вот пока он не сказал в Брянске, о, точно, это он. Да, там в каком-то 90-м каком-то году они приезжали, там фест был в Людиново. Во, да. Вот, а он из Брянска и группа какая-то Immortal. А, Immortal. Да? Вот, точно. Ну вот приезжали на фест, как бы, там бочку я ему вторую искал. Играли на моем Эрмифчике. А, Эрмиф этот еще на беленьком, стоял. Здесь он стоял. Хороший барабан был. Эрмиф, да. Там единственное говно, обод на бочку железный. Вот такой. Фирменные пластики не лезли. И, по-моему, болты какие-то странные. Болты под отвертку тоже говно. Вот два минуса таких больших. Звучали они очень хорошо. Хорошо. А, еще минус огромный. Альты 13-14. Вот такой и еще побольше. Бум-бум, да. Ну, хорошо все равно звучали. Вот это Китай, ты хочешь сказать? Это дешевый Китай. Арборея. Арборея, да ладно, я слышал. Да, хорошо. Они набирают обороты. Где-то мне говорили про них. Вот это вот тоже, смотри, охрененное. За эту тарелку я отдал 4000 с пересылом. Представляешь? Недорого, для чайника. Вот эти две за 5, наверное, где-то обошлись. Прям две.
самое главное мы забыли. Ты же левша. Но играешь как правша. Нет? Ну, короче, это все пошло от того, что как бы негде было подсмотреть и некому было подсказать. Ты сел на какую-то установку, которая под правшу была? Ну, дома там по учебникам, да, сначала. Ну, вот так вот просто играл. А, там примерно 86-й год была программка «Лестница Якоба», по-моему. Вот, и показали там круиз. Тот, что с Гаиной? Да, я посмотрел, и все. Ну, кто из нас первый исполнит барабанщик? И я пропал, Сергей Ефимов. Это мой любимый барабанщик советский. И он как раз играл вот так, симметрично. Открытым замком? Да. Видимо, от него пошло у меня. Я думал дождаться дня. Я думал дождаться дня. И вечно же длится ночь. Мне кажется, это самый лучший советский барабанщик. И уже когда я работал в попсе, примерно там в 6-м году, мы с Дианкой выступали в клубе «Корона», по-моему, на Арбате. Вот, я ухожу на сцену, там такая небольшая сцена, и стоит ко мне спиной чувак в пиджаке и втирает звукачу про, типа, что круче, что вечное, ACDC или Текила Джаз. Вот, и они с ним спорят там до усрачки, что, типа, Текила Джаз, это круто. А он говорит, да ни хрена, это временно, а вот ACDC... Это навсегда, ну, еще долго, по крайней мере, будет дымиться. Вот, и я подхожу, ну, решил, типа, вступить в разговор к этому чуваку, а это Сергей Ефимов. Ты узнал его? Ну, да. И ты такой... На колени, естественно. Да, и край одежды, губа. Да, ботиночек. Ну, пообщались? Да, да, я ему сказал, типа... Все, с детства там влюблён, все такое, там пластинка до дыр. Вот этот клуб ему купил тарелки какие-то, ну, ходил такой и хвалился там, открывает шкафчик, говорит, я с собой сюда ничего не ношу свое, мне все купили там. Тарелки, пластики показывал. Так мы с ним познакомились и даже сфотографировались. Ух ты, это хорошо. Прям сбылась детская мечта. Ну да, называется. Невероятно. Угу. А еще были у тебя кумиры такие, которые бы ты тоже бы сфотографировал? Терри Бозио. Терри Бозио? Конечно. Ну, слушай, у каждого же барабанщика есть набор любимых барабанщиков, да? Ну, он меняется. Вот мне интересно, как у тебя он. У меня ничего не меняется уже давно. Калаюта, Чамберс, Терри Бозио, ну, что? Вейкл современный нравится, да. Вот прям, который сейчас. Угу. Такой с яйцами стал. Стив Смит, вот у меня вопрос интересный. Стив Смит, он мне раньше нравился. Клевый друмщик. Сейчас он стал такой олдскульный, блин, неинтересный. Джалди. Такой, да, блин. Вирджил Донати. О, Азик. Азик. Ты с ним же был знаком? Азик клевый малый, он мне очень помогал, когда я был бедным. Он, наверное, всем помогал. Когда я приехал в Обнинск и начал, там, поиграл чуть-чуть с Мелиссой. Ты с Мелиссой поиграл? Ну да, у нас были общие концерты. Но я играл часть программы, которую, ну, как бы не металлическую. Я прямо жил в этом клубе, ну, первое время, когда мне приехал. Мне сказали, что ты ходил тарелки мыть. Имеешь в виду обычные. Да, да. Мы с женой жили на втором этаже. А здесь была дискотека, и мы такие спускаемся часов 10 посуду мыть, знаешь, в тапочках, в халате. И нам, ну, в мужском туалете там говорят, а что вы здесь барную посуду моете? Барную? Да, да. Вот это рок-н-ролл. Вот это да. Месяца два, наверное, может. Короче, Азик, он как бы, если я, например, просто барабанщик, да, а он музыкант. Мы с ним как-то подружились, и он мне помогал. Он мне там железо привозил, какой-то пластики. А, у меня ни денег было, ничего не было. Палки привозил. Хоть бы что, да. Ну, то есть это не как сейчас. Так, мне, пожалуйста, вот эту модельку, да, и больше никакую. V6. Да, вот ложится в руку, да. А там-то ветки рвали люди. Да, я сам точил палки, сам точил.
Из чего? Детские кроватки в основном на чердаках. Бук? Да, буквы. Да. Я даже помню, он педальку привез. DW, пятеру. Пятера была, да. Красненькая такая. И он тяжелая. Ее. Они поиграли, да. А у меня было до этого Амати. Знаешь, вот эта раздрыга, блин. Да, да, да. Такая. Ну, а люденькая. Ну да, и, там столько лет я на ней проиграл. И сел за эту. Точил на ней вообще дичайшие двойки на Амати. Uh-huh. И сел. Он говорит: на тебе, Ром, типа эту пятеру, и оставишь ее себе. Ну, я уеду без нее. Себе оставишь. Типа подарок. Да. Представляешь? Я такой сел, блин, и я вообще не могу на ней играть. Вообще никак. Тяжелая, тяжелая. Просто привыкнуть надо. Вот в то время это все удары были через ремшот. Ремшот, да. Все. Я вот так играл, у меня все палки вот здесь вот ломались. Ну, скотч. Прогрызанная, да. Научился играть головкой в попсе. Да? В клубах. Ну, ну просто говорили потише. Научился. Нравится тебе это или нет? Ну, я сейчас так и играю. Да? Угу. А раньше просто категорически не мог. Ну, я не чувствовал удар. Ага. И все, я без этого не мог. Вот это... Я не понимал звук. Да. В данный момент? Вот моя баба. Один раз я видел по ящику интервью «Машины времени», и там у барабанщика случайно взяли интервью. Вот. Случайно? Да. И там, я не помню, как его зовут. Знаешь как? Не знаю. Ему говорят: вот вы нам скажите, как музыкант группы «Машины времени». Он такой перебил, говорит: я не музыкант, я барабанщик. Все. Закончилось интервью. Рама, Рома. Рома мыла Раму. Никогда не думал, что я к этому приду, но в каких-то даже самых мечтательных снах. Вот. А как бы есть немного денег, да, и много стоек, много ног, они не умещаются просто. Вот это все, ну, не воткнешь. Бесполезно. Всякие клемпы, хренемпы, переходники. Ну, все здесь путается, то есть не воткнешь, а еще нужно засунуть микрофон, да, стойки. Все пересекается вот там, ну, то есть не подлезешь. Вот. И тут полез на сайт посмотреть. Гибралтар. Да. Не так уж и дорого стоит. И такая штука разгрузила все. Ты работал в клубе Ленина. Я был руководителем цыганского вокального ансамбля. Тарбас. Вроде да, я уж не Блин, помню. Они тебе привет передавали. Они сказали, что вы исколесили всю Московскую область. В Чехове были, да. Еле уехали оттуда. От других цыган. Ну, потому что цыгане.